Добрый день, дорогие друзья, с вами Фрукт, и сегодня мы находимся на финале ByFly Big Cup номер 30 от проекта ByFly Tournament. И сегодня в финале у нас встречаются два коллектива Тарантула и ByFly. Тарантула представляет Россию, а ByFly коллектив из Белоруссии. Ждем первые рестарты. Карта, кстати, сегодня у нас будет DDoS 2. Тарантула начнет нас в обороне. Пятерка белорусов начнет в атаке. Да, и чуть не забыл, хотел сказать, главными спонсорами проекта ByFly является игровой хостинг игровых серверов gamebutton.ru и хостинг голосовых серверов tsggbb.vs. Ну и поехали, у нас первая пистолетка и пятерка белорусов на проекте. Продавили с размены 2 в 3. Ого, GK 2 минус, а тут же русско. Диффьюз бомбы. Ну и давайте познакомимся с составами. Команда ByFly. У нас это можно назвать Вести, почти Вести, третий Вести, Талант и Хаднес. Шадни будет. И за команду Тарантула это GK, Русско, Тед, Авик и Фортуна. Ренейм сделал. А, это у нас почти Вести миксов. 24. Давайте посмотрим на расположение. Белорусы, выход на мидл. Тут же начинает с Фортуной. Талант 2 минуса. Две головы. Повесил. Ну и оборона идет. Пакет у нас лежит. GK вырубает Вести. Третьего. Талант в окне. Тед Авик на КТ-респе. В принципе, инфа должна быть, где находится enemy. Ну, в принципе, выжидающая позиция. Выжидающая. Ждет Авик. GK. Ждут. Ну, талант, хитер талант. Решил обойти. Ну и здесь, в принципе, моя ставочка на то, что либо Авик не проспит, либо проспит. Давайте посмотрим за талантом. Талант. Тут даже GK с ним разобрался с USP. 2-0. 2-0, и команда Тарантула у нас уходит вперед. Так. Ну, что сказать, с этими коллективами я как бы встречаюсь впервые, ну, понаслышке. Игра должна быть потной. У нас по минусам. Русско с Тедом отвалились. Шадни. А последний у нас Авик. Авик у нас на коттеде спер. Тоже талант. Нашел Авика. 2-1. Два один. Да и посмотрим. Ну опять это, скорее всего, будет. Да, это будет масс на точку Б. Господи. А тарантулы у нас решили массы через банку пойти. Ну, жаль, белорусы не знают, что точка Б это пустая. Уже на мидл через нижнюю точку. Русско. Тед. Я просто аплодирую.
выпуске Майкл Джордан. Да, 2-2. Что это было просто, забей. Кошмар. Не, да, мне кажется, матч будет очень полон накала и юмора. Посмотрим за Авиком. Он у нас сейчас с Авиком. Ну, инфа есть, что в банке. Пауза. Плента. Не разговаривался еще, извиняюсь. Разрыв, два минуса. Остался у нас третий вейсти. Ну, тут вот это находит. 3-2. 3-2. Ну, мне кажется, что на карте DDoS 2 отдавать раунды в атаке, это вот так. Видите, все зависит, как бы. Вот если бы не было таких и больше бы в пользу команды Байфлай. Ну, с юмором, ребята, не поспоришь. Не дал Авику. Авик. Бомба активирована. Поставили на точке А. Фортуна. Шайди. Тут GK 2 минуса. И... Шайди. Шайди. А Шайди у нас со всех ног бежит до зиги. Тоже лучше уйти на сейв. 4-2. Да. 4-2. И расположение защиты, в принципе, более-менее стандартное. Ну, как стандартное. 3А, 1Б и 1 на 5. Пошла фашта с СКБ. И тут Фортуна с Авиком 2 минуса, ну тут же Миксов дал размен. Бомба активирована. Талант. Талант, попытка за контроль. Ну тут Тед без шансов. Вести Зор. Минус Авик, Русско дал размен. И 5-2. 5-2. Ну, Вести третий. Ренейм инкогнито. Инкогнито или инкогнито. Будем называть инкогнито. И. Вести Зор у нас один в верхней тэшке. Тавик вырубает Миксова, инкогнито не полез. Фортуна паш минус Шайди, Вестизор минус GK, открыли точку Б, но тут у нас Грибов контролит Авик, который будет как кость в горле у команды. Вестизор не промахивается, вырубает Авлапера, Когнито берет дроп, 3-2, это Зиге, ну тут Русский. Каску Вестизору, инкогнито размен и Фортуна. Разменялись, ребята. 6-2. 6-2. 6-2, 6-2, 6-2. Ну и давайте пробежимся по факту статистики. Команда Байфлай Талант 7-7. Миксов 6-6. 5-7. Шайди 4-5. Инкогнито 2-6. Ну и команда Тарантула у нас. GK 17-3, Русско 8-5, Фортуна 7-5, Тед 4-5 и Авик 4-6. Такова.
я вот заметил то, что команда Тарантул, она сильно на поджимы не играет. Нет, у них есть агрессивный дух, а подобное, ну, прям уж на рожон не играет. О, привет, Николенко. Вырубает GK, тут же там Галил посаживает Фортуну. Вырубает, ну, русский два минуса. Тед, еще раз драйв. Вестизор пережал. Ну, остались у нас русский с Авиком. И Вестизор. Авик вырубает таланты, и Вестизор у нас Камикадзе. 7-2. 7-2. Что-то нужно делать команде Байфлай. Или катка будет отдана. На изи, можно так сказать. Кого победили? Визик. Фортуна с кем у нас? С русским. На точке Б. GK у нас в Зиге, и Тед с Авиком на точке А. Тут русский open flag по инкогнито. Тут же Авик подключается. Попытка зачекать кого-нибудь на мидле. На миксов. Куда же этот зажим? Тед 2 минуса. Я остался на фортуну, но тут русский. 8-2. Пу-пу-ру-пу-пу. Печально. Печально все для команды. Нужно что-то предпринимать. Нужно не бояться, нужно раскидывать и выходить, а не стоять и ждать. Ну вот, массовый выход на точку Б. Давайте посмотрим. 3. Браво. Просто парни вдвоем приняли. На ура. Я. 9-2. Что-то как-то вяло выглядит команда Байфлай. Честно. Ребята стараются, ребята делают киллы, но результатов, мало результатов. Талант. Зор с инкогнито. Фортуна дал размен. Тут опять миксов. Включает попытка кого-нибудь законтролить. Это талант. С точки Б. Пошел раскид. Бомба активирована. Поставили плент. Главное удержать. Главное удержать или экономики вообще не. И посмотрим у нас за GK. GK у нас лазит на мидле. Моя ставочка на то, что не пойдет выбивать. Нет, не пойдет. Слишком много энеми, хотя по хп, в принципе, 2 хп, ну, GK не когнито. Ну и все, уход на сейф. Разбежались. Вот GK за все лака. Кто-то радует. Ну что это будет? Это будет Force Buy, наверное, от команды Тарантула. Нет, Фортуна АУП. Фортуна минус Сайди. GK с русским на точке Б. Авик у нас в Зиге. Фортуна минус инкогнито. Пишет ясно инкогнито. Авик. Этот же зашел игрок по таланту. Ну и 5 в 1 в 5 хватит. Где у нас миксов? Миксов у нас. Нашить.
безрезультатно. Это будет сейф ОУП, по всей видимости. Фортуна. Хитрец Фортуна. Миксов. Поймал Жикея. Рой, привет. Ну, команда Тарантула просто идет на вайпера и отдается ему. Вот $600 подарили по ринку. 37 хп. Миксова. Да, он будет сейвить. Но инфа есть. Да, Фортуна уже идет искать. Фортуна и Спазун. Миксов. 10-3. 10-3. 10-3. Посмотрим, что предпримет команда Байфлай. Ну, команда Тарантула 3-2. Фортуна фраг из клубов. Хайди. 2-2 зиг. Инфа пошла, и команда Тарантула успевает перетянуться. С талантом по 2 минуса размер. Опа. Тут талант с вестизором. Остается у нас один русский. Русский у нас на зигзаге. Вестизор. Ну что ты, русский не по вестизору. Ну и теперь главное таланту удержать. Накосали, да. Есть деф у русского. Сейчас главное талант. Хорош талант. Красавец. 10-4. Сезон у нас реним вести. А, вестизор. Бит. Open фраг от команды Тарантула. Фортуна вырубает таланта. И Шадни у нас. СЛП. Вестизор. Ломает чешку Джикею. Тут же зигзага. Поехал. Авик. Русский. Зигзаги. Посмотрим, как реализует АВП. Шадни у нас. Шадни с АВП 16 хп против троих. Завтыкал немножко Шадни. 11-4. 11-4. У нас вторая половина. Сейчас команду Байфлай спасет только бешеный камбэк. Бешеный камбэк. Начинаю счет 11-4. У нас первая пистолетка. И команда Тарантула направляется на точку Б. Массой. Посмотрим за это. Флэш. Ну все, да, теперь это точно инфа. То есть сезон. Разумает Шайзи. То есть сезон. Ломает чешку Джеке. Ну поставили бомбу. Поставили бомбу. Деньги уже. Миксов. Талант, микрофон. Вестизор с окна. Неплохо. Неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо сейчас, секундочку. Настрою. Прошу прощения.
Извините, отвлекся немного, бара. Пошли у нас здесь размены. И остались у нас миксов. И тет. И это 11.7. И, как говорится, камбэк зрел. Если команда Байфлай будет продолжать в том же духе, то у них есть все шансы вырвать победу, ну или в крайнем случае вывести наверх на расположение. Скорее всего, выход на точку А. Парапет. Миксов уже на точке А. Русский. Еще и Вейзора встретил. МТшки у нас талант. Талант вырубает русского. Ставится бомба. Авик уходит. Тет остается стеречь бомбу. Ну, посмотрим, как талант выбит. Смотрим за ним. Нервничают ребята с команды Тарантула. Тут талант. Майк, дал размен. 12-7. Ну ладно, будем за счет. Так, у нас остается 3-1 ситуация. Авик против Кейзора и убивает Шайни. Бомба не стоит, а бомба у нас лежит на мидле. Ну все, в принципе, команда Байфлай ушла в глухую оборону. Все, Кейзор. Либо клатч. Кейзор, это 8-й раунд для Байфлай. Как у нас играет команда Байфлай? 3B, 2B, 1 мидл. И кто у нас АФК стоит? Тед у нас повис. Это значит Вестизор, open фраг по авику. Получается, втроем остались. Таранку. Эко. Эко от команды Таранку. Шадистор. И остался у нас Тед с Фортуной. Ну, Тед у нас висит, значит, остался один Фортуна. Фортуна у нас диглом, ну, не зачекал Шайни. И АФК. 9-й раунд для команды Байфлай. 9-й раунд. 12-9. Да, если бы команда Байфлай играла бы так в атаке, как сейчас играет в защите, то ситуация была бы намного иная. Смотрим расположение. В принципе, у нас 1-2, ну как 1А, 1Б. Тут уже как бы покидаются. Игроки команды Байфлай знают, что Enemy четверо.
пятого нету. Талант open frag. 5-3 ситуация. Бомб ломает через узор. Подобно ниже. Тут Авик без всяких на то размышлений вырубает Кейзора. Талант. Здравствуйте. Минус. Талант. 3 минуса. 10 раунд для команды Байфлай. Двенадцать-10. Мы продолжаем. Ситуация у нас такова. Такая ситуация. Оба скинута под банк. Совсем обнаглел и идет уже в чудовищный поджим. Вырубает Кизора. Талант у нас нижний темп. И 3-4. Тарантула. Тут талант минус по джекею. Что у нас произошло? Верхней тэшки. Верхним темным. Алик у нас. Русский сака. В то же время как. Охо-хо-хо. Шадни дал минус по Авику, он тут же русский дал размен. Клатч 1-2. Посмотрим за русским, как он реализует этот клатч. Аккуратненько пытается, аккуратненько прократься, все зачекать, посмотреть. 39 хп. Нельзя отдавать 11 раунд байфлаю. Ну, Миксов услышал. Услышал топов, это инфа. Талант. Что-то талант у нас гуляет. Русский еще и пакет поставил. Будет русский. Вырубает Миксов. Да ну, затащи, парень. О-хо-хо. Вот это повесил. Повесил, повесил. 4-5. 13-10. Кизор поджимает. Темного. Фортуна с русским принимают. 3-4. Русский. Русский у нас на мидле. Сов. Давали. Давали. Команда Тарантова идет и давит. Убивает Миксова. 1-4 клатч. Где у нас талант? Талант у нас играет со спины. Со спины. Талант. Давай талант. Покажи талант. Бомба поставлена. Дают. Первая касочка есть. Хватает десант. 14-10. Ой. Что 14-10. Кейзор у нас ренейм в Калашмат Данкор. А нет, Кейзор. И... Команда Тарантула идет на точку Б. Авик open фраг по Миксову. Пошайники, рзуки. Размен. Кизор. 3 минуса. И появляется пятый у нас Тед. В команде Тарантула. И Тед. Опять у нас Тед подводит свою команду. Но остается у нас Фортуна. Фортуна.
Фортуна у нас под точкой Б. А бомба у нас Фортуна минус по Кейзору. Остался у нас Вестизор с Фортуной. Все, зачекал Фортуна. Вестизор. Чудовищный. Быстро он вырубает. Кто это у нас получается? 14-11. И команда принимает решение, скорее всего, сделать сплит на точку RGK по парапету. Четверо парниш уже. Выход на миксов пока еще ни о чем не подозревал. Сейчас он окажется очень ярким ситуацией. Миксов, первая карточка. Два минуса, Фортуна, размен. И все, команда большая идет выбивать точку А. Поставили бомбу. Поставили бомбу. Дал минус по Фортуне, тут русский. Сломал ему кочерышку, ну и весь сезон. Везде аналогично. 14-12. Очень плотная карточка. Очень плотная. В принципе, моментов тоже много. Каждая команда, она заслужила то, что она вышла в финал. Фортуна, open frag по таланту. Шайни минус по джеке, Тед дал размен. Тут у нас проходит на ланге. Ну, команда Тарантула дала кругаля. И Вестизор. Два минуса. Остался у нас Фортуна с Авиком. 2 ВП. 2 ВП против 2 эмок. Ну, по мобильности, конечно, да, команда Байфлай превосходит команду Тарантула. Ну, также и команда Тарантула. Остались такие ребята, которые, в принципе, с АВП, я вот замечал то, что трансляция идет, вырубают, в принципе, да. И вдвоем два снайпера идут. Скорее всего, будет сплит на точку А. Потихонечку, не торопясь. Посмотрим, как Миксов сейчас примет. Потому что сейчас выход будет на него. Саппортить у нас будет Вестизор, который пытается законтролить кого-нибудь на мидле. Выход от Фортуны. Саупен. Затопали. Затопали, да. Не должны были. О-хо-хо-хо-хо-хо. Просто забей Миксов. Приносит 13 раунд своей команде. Великолепно. Просто такой фейл. 2 ВП и... Да. Ну это Counter-Strike. Все бывает. Смотрим за командой Тарантова. Скорее всего, тоже будет что-то быстрое. Прием. Талант. Третий. Кейзор бросает трехочковый Вавика. 14-14. Я просто вообще не понял, что это сейчас было от команды Тарантова. Ну да ладно. Вавик вырубает талант. В какой раз? Вавик вырубает Вестизора. Вестизора 3-5. Сейчас Кейзор. Сейчас все будет зависеть от Кейзора. Кейзор, первая касточка. С одним минусом GK дал размен. Инфа, в принципе, есть, что это точка Б. Пакет ставится. И 24. 24. Миксов шаги будет выбивать. Миксов. Вавик, GK дал размен. Тут
Шади вырубает. Шади у нас в грибах. Шади. Ну, фортуна разменял. 15-14. Матчпоинт для команды Тарантула. Матчпоинт. Команда Байфлай делает. Нет, это не эко. Это будет полноценный бай. Отдавать нельзя. Сейчас они выводят на оверы и подают. Авик с Кейзором уже почудили по минусу. И остались у нас Миксов с талантом, Тед с Фортуной и Русским. Все, они настроены на миле. Талант. Талант. Минус по-русскому. Фортуна дал размен. Ну, клатч 1 в 2. Миксов. В принципе, он должен понять, что это будет точка Б. Да, в принципе, он понял. И начинает перетяжечку. Миксов, первая голова есть. Один в один клатч. Клатч один в один. Сейчас просто команда Байфлай держит пальцы, наверное, за Миксова. Потому что сейчас судьба их команды в его руках. Миксов. Великолепный выход. И 15-15. Овертаймер. Должны быть овертаймы. Ну, скажу, что да, потенький матч. Ну, или старт на овертайме. Или что это? Или что-то это непонятное. Ребята решили, в принципе, играть так. Без овертаймов. Что-то вот непонятно. 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 Ну, все правильно. 11-4 закончилась первая половина. 11-4. 11-5 закончилась первая. 11-4, да. Получается 4. 14. О, это похоже на овертайм. Ласт для Байфлая, но не ласт. Прошу прощения, но не ласт для Тарантула. Получается на счет 15-14. Хотя нет. В общем, непонятно, что происходит, но в принципе я считал вроде все правильно. Понятно, 16 получается прибавить надо байфлая. 16 прибавляем байфлая. Смена. Смена и овертаймы. Нет, овертаймы должны сейчас начаться. После рестарта. Насколько мне известно, 3 за одну, 3 за другую. И... Ну, поехали, овертаймы. Команда Тарантула в обороне, команда Байфлай в атаке. И команда Байфлай теперь как-то медленно начинает играть. Авик, минус по вестизору. Авик у нас контролит банку. Окей, попытка зачекать полный парапет. Миксов с Кейзором ползут. Окей. Слышу топот, но это... Ясно, что это свои. О-хо-хо. Хо-хо-хо.
JK, вот это прошив, тут же Тед включается с минусом. И остается у нас один Кейзор. Кейзор у нас. Кейзор наш красавец. Без шансов. 16-15. И расположение на принципе команда Байфлай принимает решение. Талант с миксом включается по минусу. Тед. Взорвали. Миксов. Миксов у нас с АВП. Миксов не мобилен. Слышит кучу топота. Ну и команда Тарантула. Сильно не идет. Попытка прошить. Какие у нас? СПП. Миксов, в принципе, ничто не остается, как и попытаться кого-нибудь забрать. Миксов. Аккуратно. Тед. Ох уж это Тед. 17-15. Last. Да, last должен быть для команды Тарантула. Сейчас Байфлай берут раунд и еще одни допы. Либо это ГГБВ. Команда парапет, пошумели, раскидали. Фейка не будет. Тут у нас русский авиапет, русский. Миксов у нас. Тут есть узор. Авик с миксом поменьше. Русский. Шайник. Принимает зигзаг. Все. Миксов у нас. Темном верхнем. Ставит. Точка Б открыта. Да, будет бомба установлена на точке Б. Русский сайт. Русский как не зачекал, досадно. Авик дал размен. Авик у нас 1-2. С АВП. Не должен пустить. Да, талант делает все, чтобы АВП не прошло. И да, АВП уходит. 16 раунд для команды Байфлай. Еще и убили, миксов уже. Смена сторон. Да, потная катка. Потная. Ну, вторые допы. Поехали. Команда Байфлай в обороне и команда Тарантула в атаке. В принципе, Байфлай играет стандартно. 2-2-Б. 1-Б-2. Шайдин уже поднимает танк. Основное место действия это будет у нас вот. Это будет в принципе что талант. Миксов минус по GP, русский опять же на размене. Вот ключевая позиция. В принципе, все движения начинаются именно отсюда. Ну и 2-3. Шадни с вестизором. Против Фортуны русского Савика. Опять это трио. Трио музыкантов. Сейчас будем. Прожимает Фортуна.
17-17. Кизору втроем на грибах. В шайне приемали через парапет. Велик от зигзага. Ну тут Тед с фортуной по минусу. Зашли на точку А. А бомба. Бомба у нас у Теда. Бомба ставится, шайни в рекламе. Джикею. Клатч 1-2. Боевая хаешечка немного. Сейчас. Тед. 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 И это 18-й раунд для команды Тарантула. Фортуна. Попытка прошла. О, поймал Вестизор. Хорош. Играли. Прием. Еще один энеми. Авику не страшно. Авику погибает. Минус от шайни. Проход у нас по парапету. Все это миксов видел. Слышал. Фудал. И шайни. Шайни миксов. Минус по-русскому. Это вырубает шайни, ну Джекей у нас на грибах почему-то. И миксов минус по Теду. Есть еще оппонент. Фортуна выжидает. Миксов. Миксов. Не хватило. Не хватило стрельбы Джекей. Последний минус. 19-17. Ну вот и завершился у нас финал Byfly Big Cup номер 30 от проекта Byfly Tournament. Победа команды Тарантула. Да, игра была полна красок. Ничего не скажешь. Команда Byfly занимает второе место, с чем я ее поздравляю. А команда Тарантула занимает первое место, с чем я их тоже поздравляю. Ну и на этом я, наверное, завершу свой рассказ. С вами был Фрукт. Всего вам хорошего и играйте в Counter-Strike.